Лопату 4 в одном изобрел южноуральский пенсионер. Житель поселка Увельский уверяет, его инструмент упрощает работу в огороде. Позволяет выполнять сразу несколько разных дел на грядках. Данное приспособление состоит из покупного черенка алюминиевого. Покупная также является сами вилы. Вот. Соединив это все в одну систему и навешав нож и систему рычагов, получаем приспособление для рыхления земли. Устройство совмещает лопату, тяпку, вилы и грабли. По словам Валерия Сюткина, изобретение подойдет для пожилых садоводов, у которых проблемы со спиной. Ведь с чудо-лопатой не придется наклоняться, чтобы окучить грядки. И это не единственное изобретение пенсионера. 72-летний садовод прикрепил систему рычагов к швабре и таким образом получил инструмент для сбора яблок и груш, и уже упавших, и тех, что висят высоко на ветках.